очень много вопросов и просьб о том, чтобы показать работу с натурой. И предполагается большая работа с натурой на пленэре, в Крыму для начала, а потом и в других местах. А сегодня хочу показать, как подойти к работе с натурой в портрете. Поскольку на уроках моих очень много люди пишут портреты, и в том числе помышляют о портрете с натуры. И мы сегодня попробуем сделать более-менее удобное письмо для вас, поскольку портрет — это все-таки сложная задача, но выполнимая. И вот мы эту задачу не в серьезнейшем академическом смысле, а-ля Репинский, а-ля академический портрет, а в таком легком эскизном, этюдном характере портрет. Нам поможет в этом Фания. Вот она перед нами стоит. И мы сейчас посмотрим, что я как художник немножечко отобрал для себя и для вас в ее моделечке. То есть вы видите яркий свет, очень яркий свет падает на лицо. Очень многие новички делают ошибку, когда не освещают, не пытаются внятно осветить портрет. Портрет должен быть, лицо человека должно быть очень хорошо и очень внятно освещено. Почти трафаретно освещено. Особенно для вас, которые полутон едва различают. То есть получше осветите, более направленным светом осветите лицо. В данном случае, как вот у нас, я вот Фанечку попрошу чуть-чуть, да, подбородочек, чтобы какое-то движение возникло. Вы видите волосики чуть-чуть сюда, чуть-чуть. То есть не просто, но уже с каким-то движением. Движение волос туда. Волосы могли бы быть спрятаны, но мне, например, важно, чтобы они очертили личико. Вот, и начнем. Значит, вы помните наш обычный трюк. Он не всегда используется. Многие задают вопрос, что смачивать не ходит. Не всегда смачивать. Но в данном случае, поскольку я рассчитываю на этюдную работу, на быструю, скоростную работу, вот, я немножко смочу для скорости укладки. В цвете у нас как? У нас очень, очень контрастно много. Есть черный, немного белого, и, в общем-то, свет почти одинаково ярок, что на личике, что из-за яркости света, что на одежде. Поэтому, в общем-то, некоторая трафаретность изображения. Я беру сейчас голубой, беру розовый. Сам по себе вот этот замес голубой-розовый плюс коричневый сам по себе очень вкусен. Мигание его то в пользу голубого, то в пользу розового, то в пользу коричневого очень хорошо так серебристо ложится на кожу. То есть вот такое никакое фоновое пятно, никакой тональности. Затеваю я эту никакую тональность для того, чтобы на ней прозвучал и темный, выразительно темный, волосы, платье, и светлый, выразительно светлый нашего пиджачка. То есть, еще раз, это у нас голубой, это у нас розовый, это у нас плюс коричневый. Все вместе они задают хорошую серебристую подкладку. Вы видите, я некоторый гуашевый слой краски набрасываю. То есть не пустая кисть, не только текучесть, даже не столько текучесть, не акварельность. То есть влагу я кинул только для того, чтобы холст поскорее принял от меня краску, не сопротивляясь своей сухости.
хорошая привычка штриховать в одном направлении, ритмично. Задавать ритм сразу на холсте, задавать ритм. Сейчас я возьму мастихин и некоторым образом разбомблю то, что я положил, создав вот такие облаковидные пятна. Тоже в этом есть некоторая своя такая брутальность укладки, наскоро, нагловато. Но это по-своему здорово, по-своему красиво. Можно где-нибудь чуть-чуть добавить, скажем, белильный замес. Видите, большой мастихин, то есть это не тот узнаваемый рыбкой, да, который мы обычно работаем. То есть я сейчас взял чуть больший мастихин, чуть больше, для того, чтобы сделать эту брутальненькую, эскизную, этюдную укладочку. И чуть-чуть подбрасываю цветовые. Белильца, розовильца, ну вот такой дым и светлого тоже. Может быть, потом еще дым темноватого подброшу. У нас с вами цвет лица есть. Розовый, желтый. То есть такое оранжевое вечерний свет. Видите, дал оранжевость личику. И мы этот цвет быстренько вгоним, тоже штриховательно. Вгоним в пространство. В это пространство. Возьмем меньший мастихин, то есть нашу узнаваемую рыбку. Возьмем коричневый, возьмем красный. Волосы не стоит брать только одним цветом. В данном случае мы возьмем коричнево-красный, то есть коричневый и розовый, да, наш. Возьмем голубую и розовую, будет сиреневый такой теплый. Оба эти замеса хорошо нам пригодятся. То есть опять же все те же цветовые, только без разбела. Чуть-чуть наметим идею темности волос, ну, приблизительно в том пространстве, куда они и просятся. То есть, в общем-то, здесь понятно, куда просится, в какое пространство просится голова. И легкую очерченность личика покажем. Вот некий овал лица, который у нас формируется. Дальше волосы, вы видите, соединились своей темностью. Темностью платьица на груди. Смотрим по отвесу. По отвесу линия, где заканчивается вот на груди вот платье здесь, она касательно линии, по высоте линии овала лица. Поэтому здесь у нас сформируется темность платья. Есть у нас еще такая серенькость и легкая темнистость воротничка у пиджака. Его покажем. Вы видите, я штрихую по форме. То есть, несмотря на то, что это к портрету имеет как бы косвенное отношение, но все это важно.
Здесь у нас мощные световые на пиджаке. Мы подготовим для них почву, чуть подсбрить краску. И на это место первые звуки светлого положим. Светлого и раздавленного. Раздавленная краска смотрится сиятельно, и это по-своему здорово, в данном случае вполне пригодится. Характер укладки вы видите с некоторой жестикуляцией. То есть вы видите, вместо того, чтобы очерчивать линию, ну как обычно мы привыкли, все почертить, все нарисовать, я делаю всполохи тоновых пятен. Работать от пятна новичку легче, я вам очень советую. Тем более, что также от пятна работает примерно пятая часть художников. И это совершенно нормальный, продуктивный ход, разумный ход, удобный ход. Это не значит, что лучшие работают от чертежа, а худшие от пятна. Нет. Просто к чертежу склоняют нас учителя художественных школ, институтов, и мы поэтому привыкаем сначала вычертить все. Но это совсем не обязательное действие. От пятна гораздо легче сориентироваться. Вы видите, прямо густой краской, но раздавленно. Раздавливаю ее, накладываю я эти пятна. Подбородочек чуть-чуть задери. Ага. Поскольку краски здесь немного, в связи с тем, что я ее раздавил вот этим штрихованием краску, пальцу не скользко, а даже очень удобно укладывать краску. Вы видите внятный свет-тень на лице. И я эту свет-тень трафаретно, практически трафаретно набираю. Вынул под ушечко. Подмешивается, вы видите, синичка и фиолетовиночка из цвета волос. Краски мало, она штриховательно укладывается, что удобно. Это и розовые, и желтые, и вот коричневые. Вот я создаю тень. Посмотрите, как дымчато ложится краска. Как подмешиваются разные цвета. Сами подмешиваются. Единственное, что наблюдая, что вкусно подмешивается, я стараюсь это вкусное не уничтожить, а наоборот приумножить. Губочки. В общем-то, и без всякого построения понятно, где у человека губы. Они относительно подбородка, который мы несколько наметили, да? Овал лица, вот это яйцо лица. Более-менее понятно, где это все находится. Скажем, таким инструментом, как мастихин,
можно разделить, вытерев чуть-чуть, продресь такую сделав, разделить губки на темненькую верхнюю и светленькую нижнюю. Кончик носика, в силу того, что он больше всего торчит, обозначим несколько темнее. Но тем не менее, вы видите, тень прозрачна. Это не черный, не чернявый цвет, а призрачный, дымчатый, тихий. Несколько темна глазная впадинка дальняя. Вы видите, сами подмешиваются красочки. И синечка подмешалась. Все подмешивается. Глазки на мне. Амбразурочка глазика. То есть мы некоторым образом смайлик лица сейчас формируем. Амбразурочка глазика. То есть, в принципе, весь глаз, не только глазная впадина темнит, но и весь глаз тоже несколько темнит. Обычно. Бывает, что не темнит, но обычно темнит. Бусинка глаза одного, бусинка глаза другого. Глазки у нас темненькие, поэтому бусинки прямо как креветки, как креветочные темненькие глазочки. И пока пальцем, а не кистью, набрасываю тенистое, вы видите, тенистый, темный цвет верхнего века. И второе, верхнее веко. Тенисто, темнисто. Дымчатый характер и очертаний головы тоже задам, именно дымчатый. Дымчатое, вы видите, звучит мягко и не... Даже если несколько было бы не точно, то легко бы перемоделировалось, поскольку оно не жесткое, оно не... К себе, на себя не тянет одеяло. Все тихо. Тянет одеяло вот эта яркость. И сейчас начнет тянуть одеяло активность вот светлых в районе личика. Намек на ноздричку одну. Намек на ноздричку другую. Вы видите, пальцем губочки. Заусеница пальца, вот это место пальца, прекрасно даст первый вклад в рисунок. Мы не против кисти с вами, но мы за то, чтобы облегчить задачу новичку, чтобы сделать удобно исполнимой задачу. Палец контролирует количество краски на холсте, что для нас принципиально важно.
вы видите, краска прекрасно двигается, и можно все уточнения осуществить, просто вытирая даже краску. Вот такими способами можно тоже как бы выгрызать светлость. Это рефлекс. Рефлекс. От светлых плоскостей отраженный свет ложится на теневую часть лица. И его тоже покажем. И вы видите, что едва появившись, он дал очертания и округленность лица. Некоторое еще время поработаем пальцем, прежде чем возьмемся за кисть. Нарядненький светик. На этой щечечке. Нарядненький светик. На той щечечке. Под носик, вы видите, уходит нарядный свет. Обратите внимание, что свет на носу и на щеке сейчас я не делаю принципиально отличающимся. То есть нет линии носа с той стороны, есть просто общий свет и трафаретный контраст. Я все время пользуюсь тряпкой, вытираю палец в тряпку после каждого практически прикосновения к холсту. Такая моторика движений должна сформироваться и у вас, потому что это важный инструмент. То есть мы иногда не замечаем, что художник, прежде чем прикоснуться к холсту, воспользовался, допустим, тряпкой. И нам кажется, что мы сделали не так. Минимум вот это сделали не так. Вы видите, тень немножко обобщилась. Дымочность тени. Посмотрите, какой дымочечек теневой. То есть, несмотря на то, что там очень темное место, но совсем не обязательно его выражать в полную силу темного. Пусть даже будет вот таким дымом, призраком покаместь. Здесь теневая шеечка пошла под уклон. И вы видите такое уже трогательное движение головы формируется.
палитрой может служить и вот такие места, где вот подходящий оттенок для темного, допустим, видите, я взял прямо по соседству. Совсем не обязательно каждый раз бегать на палитру, чтобы взять нужный цвет. Если он где-то поблизости есть, особенно вот на этой ранней стадии, то вполне можно добрать оттуда. Вот из губочек взял чуть-чуть красненькую. То есть тоже как вариант рачительного пользования. Не экономного, но просто разумного использования всех возможностей. Видите, пока все делаю заусенцем пальца. Щель между губочками краснит, там кровушка. Ноздрички краснят, там тоже кровушка, а не черные серые пятна, как многие пользуются, коричневым или даже черным. Ну, новички, конечно, я имею в виду новички, неопытные художники. Там краснит, если вы посмотрите портреты наполеоновских времен, там вообще губки вот разделены чуть ли не алой краской. Тропининские портреты. Вы видите, краска подвигается, и на это место можно вложить цвет ушка. И даже темненькая в раковину ушко. Просто вот взял и вложил темнотичек. Самое темное место на шаре, а голова это шар, линия перегиба света и тени. Вот здесь, в этом месте, самая темная тень. Здесь уже светлый рефлекс. Помните об этом? Не думайте, что самое темное место здесь. В конце концов, посмотрите на натуру, и там это внятно выражено. Самое темное место вот в этой области. Холодочек чуть-чуть, видите, синюшненький цветичек чуть-чуть подмешал. Мало того, что они у нас, синюшечки, подмешались за счет фонового пятна, когда мы делали набор. Вот. Так еще можно добавлять. Вы видите, всякое гуляние цвета произошло. Ну, не знаю, как на камеру, но, во всяком случае, здесь это очевидно. Видите, холодочек от такого холодного цвета пиджака. Чуть-чуть носик туда смотрит. Ага, глазки на меня. Белки мы привыкли воспринимать белыми. Но посмотрите сейчас на Панечку. У нее глазки, белки в глазах, в
теневой части, смотрите, и вся теневая часть не бела, и ничего там светлого, кричащего нет. И, естественно, и белки тоже тихие, но чуть-чуть холодненького оттеночка. Чуть светлее белочек дальнего глаза, потому что он уже попадает на свет. Тихая белиночка, посмотрите, еле различимая, еле отличается от соседних пятен. Опять вот эту же темность, коричнево-синий, красный, мы уложим в центрике зрачка. Такая глуховатая, темная, глуховатое, темное пятно. И вот появляется уже более жесткая кистевая укладка. Чуть носик от меня. Угу. Не сильно. Вернее, сяду. Чуть уточнительно поработаем с носиком. Краснит. Краснит дальняя ноздричка, она освещена светом, и поэтому смотрится как ягодка на свет. Чуть чернее, но все равно с красниночкой стоит положить ближнюю к нам ноздричку. Вот это место очень любит выраженность. Прямо видите, яркий свет кладу и обрисованность кладу. Появляется выход этого места в нас, к нам. А бочочечки проваливаются по лицу. Вы видите внятный блик на личике. Еще советую не застревать на одном каком-то элементе, советую работать везде одновременно. Это не только я советую. Любой художник должен поступать так. Это известный совет
Глазки у нас карие, поэтому здесь, в общем-то, все просто. Единственное, что там у дальнего глазика для нас есть некоторый рефлексик, подобный вот этому рефлексику на шарике головы. То же самое у него, у глазика дальнего, есть рефлексик света, отраженного от линии носа. То есть той площадки носа, которая отбросила на кругленькость зрачка, отбросила светик. Ага. У нас не ярко выражен блик в глазике, но вот здесь стоит чуть-чуть бликануть, даже на белке. Поскольку туда свет несколько достигает, и это выгодно звучит, вы видите. Глазик стал сразу мокреньким. Вот здесь некоторое усиление света положим. Чуть-чуть, в силу круглости глазного яблока. То есть не вдоль всего треугольничка, а только у его выпуклой части и, соответственно, более освещенной части вот света, идущего отсюда. Вы видите, как я опять в другом месте лица, в другом месте портрета стараюсь писать все сразу, все одновременно, не застревать на каком-то куске. Все куски друг другу помогают сложиться. И вы видите, опять теневая усиливается вдоль линии носа, вдоль линии губ, носа, то есть линии перегиба света и тени. Глазки бедненькие сделала. А на уверенность чуть-чуть. Площадка нижнего века, вы видите, прямо площадкой лежит. И заканчивается слизнячком вся площадка, верхняя площадка нижнего века. Складочка, которую создает верхнее веко с надбровной частью. Вы видите, я не делаю какую-то сложную кривую из линии глаза, а делаю достаточно простую линию, простую, даю догадаться, как заканчивается, недосказанность даю. Для линии глаза, для линии верхнего века, чтобы зритель мог дорисовать. То есть для вас это очень актуально, потому что многие пытаются слишком точно изобразить эту линию. Получается кривой гвоздь, очень невкусный. Поэтому советую не увлекаться
излишним прочерчиванием этой линии. Некоторая светлиночка тоже дала выпуклость надбровной дуги. Некоторая светлиночка дала крылышку носа тоже выпуклость. Посмотрите, я этот свет положил не вдоль всего, не всю площадку занял. Вот эта площадка осталась закругленной в теневое пространство. Вот эта площадка осталась закругленной в теневое пространство. Носичек, да? Угу. Чуть-чуть теплоты, розовизны и нарядности, и светлости дадим губочке. Линия губ обычно у людей немолодых и немного засушенных житейскими проблемами, иногда профессионально засушенных. То есть мы часто говорим, сжатые губки, губы как у училки. Поэтому, если мы не хотим образу человека давать чрезмерный училковский мотив, то лучше их сделать несколько размазанными, как после поцелуя. Особенно женскому портрету прилично такое выражение. То есть губки как после поцелуя, когда они несколько неравны своим очертаниям. То есть некая размазанность произошла губочек. Червячковый характер складочек по губам. Мощный красный ну вот при этом освещении хорошо видно, что теневая краснит. Вот часто вы, глядя на фотографиях, можете подумать, что теневая чернит в этих местах. Не думайте так или не верьте глазам своим. Теневая щели между губ краснит. Посмотрите, я гоняю краску, но не пытаюсь создать очерченность. Но несколько показываю идею, почти только идею силуэта губ. Чуть-чуть только сюда зайду с очерченностью и постараюсь ее же избить.
лежачей кистью штриховательно добираю световые площадочки. Многие любят демонстрировать вот эту, ну, новичок. Часто демонстрируют очень активный, как она кажется иногда, активный вот эту складочку. Женскому портрету и вовсе она не нужна. И если она и остается у нас чуть-чуть, то только малую меру, чтобы еле только намек, только намек. Мужскому лицу прилично грубая эта складка, женскому неприлично. Вы видите, я подштриховываю и тут же подуспокаиваю пальцем. Почти трафаретный характер укладки. Плоскость одна, плоскость другая, плоскость третья. А теперь смотрите, я чуть-чуть прохожу по этой линии и сбиваю в штрих по форме. Вот в такой штрих. Вот в такой штрих. И этот свет теперь уже не островом, а смазанностью, скользящестью. Как он и есть, он скользящий. И здесь тоже несколько вот это движение создаю. Вот такое. Штрихованное движение. Очертания пропали, но появилась романтичность этих очертаний. И теперь намек на блик. Который я тоже чуть-чуть адаптирую придавливая пальцем, адаптирую в среду тела, в среду всего лица. Вы видите, я только что прогнал краску из этого пространства и на это место подгоню. Сейчас чуть-чуть расширю здесь личичко. Поскольку этот уход тела туда не может быть вырезанным, он мягко закругляется и теряет силу светлости.
Так ему во всяком случае прилично быть, даже если вы, глядя на натуру, не вполне это различаете. Пусть это будет не обрезанным, не как бумажка на как будто оранжевая бумажка бы легла на холст. То есть необрезанное, мягкое, уходящее. Вы видите, я просто пальцем легкую темнятинку достал вот этой тональности. И вот та складочка тоже чуть-чуть просчиталась, но не активно, а приятненько. Тоже кисть у меня не самая тонкая, то есть это щетина, причем не тонкая. Вот тонкий ее. Тонкое ее проявление, вот широкое. Не советую брать колонок. Лучше длинный ворс, щетинка, нет тонкая кисть, не колонок. То есть недотонкая. Тогда мы сохраняем вот этот мерцающий, романтичный, расплывчатый несколько характер укладки. Тоже намечечек на силуэт ушечка. Вот такой. Не надо там устраивать целое рисование. Легкий намек. Легкий намек еще и на эту складочку. Светлость этого пятна не равна свету. Это теневая. Она темнее, чем свет. Маленькая бусинка. У которой чуть мерцает светлостью. Эти ободочечки чуть мерцают светлостью, и сама бусинка в центре тоже легкий блечок имеет. Тоже не пытайтесь там устроить точное прорисовывание, пусть мера приблизительности сохранится. Легкий намек на тень от бусинки и на ушки, и под ушком. Светичек пошел сюда. Здесь у нас внятно теневая, вы видите, на моделечке у нас хорошая, вкусненькая теневая. Прежде чем наступила темность волос. Светится освещенная часть тела. Тоже, видите, штрих по цилиндру тела. Вот этот несколько смазанный характер штриха, он дает настроение воздуха. Видите, воздух прямо заклубился. Где-то волосы дали просвет и тоже
этот просвет. Часто шеечки любят давать много архитектуры. Понятно, что у нас вот в данном случае шеечка очень молоденькая, и там архитектуры толком и быть не может. Но все равно не увлекаемся, даже если бы она была активная архитектура, не увлекаемся этой архитектурой. Пусть лучше будет некоторая колонновидность шеечки, входящей в плечевой пояс. То есть а-ля колонна. То есть такой, опять же, романтизм изображения. Опять же, отправляю вас мысленно к временам Наполеона, наполеоновских портретов. Ну, не Наполеона самого, а портретов времен Наполеона. Там тоже они рисуют колонну, а не шею. Современные художники очень любят активно показывать знание анатомии. Несмотря на то, что знание анатомии желательно, вот, но я считаю, что это не обязательное для вас условие. Очень много людей анатомию просто чувствуют, поэтому если вы более или менее видите, что оно сидит, что оно естественно, то и оставьте в покое всю анатомию. Так, легкий намек на ключички, на что-то, на вот ту мышцу, которая пошла туда. Вот она там пошла туда, к ушечку. Но опять же, в первую очередь идея колонны, а не всех этих рытвин, которые могут встретиться в шеечке. В нашей шеечке нет рытвин, но имейте в виду, не гоняйтесь за всеми ими. Пусть это будет колонна. Колонна круглая, наштрихованная по окружности, по цилиндру. И это будет красиво. И вполне прилично. Сейчас я возьму тряпку, возьму ее в виде вот такой фигушки. Не тряпки, которой мы что-то протираем, а как рабочий инструмент. И немножко раздам, опять же, приблизительный характер вот этих линий и пятен. То есть штрих по форме, вы видите. Чуть-чуть на палитре стало вязко, я добавил разжиженности за счет разбавителя и продолжаю. Смотрите, штрих по форме задает внятный плоский характер вот этих сереньких, как они называются, забыл.
Чуть-чуть плечики разверни. Ага. Угу. Так. Художники очень любят из-под теневой доставать свет. Всегда головочка сразу появляется в пространстве. Свет отсюда, из-под теневой, продолжает свое шествие свет туда, в то пространство. Даже если вы, рисуя, не видите этого, потому что там, допустим, нет этого света из-под, стоит его подсунуть. Будет красиво. Свет из-под теневой. Чуть-чуть очерченность руки. Очень незначительная очерченность. Намеки на складочки. Вы видите, тряпка действует как некий крупный графический инструмент. Очень мощные, раздавая штрихи и укладки. Грудь стоит обозначить всегда, то есть место груди и выпуклость этого места. Свет шел сюда, споткнулся об этот край. Да. Видите, я не сильно уделяю этому месту внимания. Главное, чтобы оно, ну, как-то чуть-чуть дополняло. И вам не советую сильно уделять. Не пытаться вырисовать одежду больше, чем лицо. Наоборот, меньше. То есть главное в портрете именно лицо и все подчинить лицу. Поэтому вырисованность одежды меньше, теперь возьму кисть и темным, вполне темным, коричневый, голубой, розовый по-прежнему, чуть-чуть носичек, ага, чуть-чуть дополню темнотиками. Гладительное укладывание.
борозда краски, которую создает кисть при вот таком поглаживании, вполне соответствует идее множества волос. Поэтому очень правдоподобно появляется это множество. Линия то обостряется в своем касании к фону, то смягчается, вот как я здесь смягчил, и это по-своему приятный такой уход в пространство. Цвет на волосах чуть-чуть дадим с оранжевизной, разбеленность, но с оранжевизной. Сначала просто чуть-чуть теплинку. Цвет часто именно желтит, оранжевит. Опять это гладительный характер, чиркающий характер укладки. Чиркающий, это значит, кисть непонятно где зашла в холст и непонятно где вышла. То есть такой чирк совершает. Таким образом, краска вписывается плавным переходом дальний пучочек волос немножко синит. Можно и так поступить с ним, с легкой сининкой, сиреневинкой. А совсем обращенные к свету волосики несколько с оранжевинкой. Чтобы не заниматься этим пятном, мы просто идею одежды смешаем с фоновым. Просто загуляем в этот свет. Такой штриховательный, перышкообразный набор краски. Который создал некоторую динамику портрету. Thank you.
Можно нарочито. Мозаичную укладку здесь сделать. И такое тайние рисунка на периферии. Такие легкие почеркушки. Видите, крупная кисть дает очень мощные звуки, но при этом даже где-то намек на крылышки. Поскольку у нас ангелочек позирует, то вот такой намек на крылышко более чем уместен. Так. Носичек. Ого, чуть-чуть на мини.
Здесь у нас вроде бы слегка виднеется бровочка. Обозначим ее. Обозначим и эту чуть-чуть. Легкий намечек на светик, вот на эту выпуклую часть губочек. Опять же, линия касаний, напоминаю, не везде пусть будет жесткая, тихая, призрачная, более жесткая. Опять размытый характер касания, размытый, более жесткий. Вот это мигание более жесткого и размытого очень уместно. Немножечко темности под выпуклость грудочки. То есть здесь чуть светлее площадочка, здесь под грудочкой чуть темнее. Хотя бы легкую обозначенность. Ну а так в целом все.